Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого Итак, дамы и господа, мы начинаем финал юбилейного 20-го республиканского конкурса красоты и талантов «Мини-мисс Татарстан 2021». С удовольствием хочу познакомить вас с организаторами этого конкурса. Итак, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «ТАТ-Медиа». Телерадиокомпания «Новый век» и общественная организация «Мисс Татарстан». Конкурс проводится при поддержке правительства Республики Татарстан и мэрии города Казани. Наши финалистки будут готовиться сейчас к первому конкурсу, который называется «Визитка». Ну а пока я с удовольствием хочу вам представить тех людей, у которых, как я всегда говорю, самая сложная задача. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заслуженный тренер России, координатор федерального проекта «Детский спорт» в Республике Татарстан, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания Республики Татарстан, обладатель международной премии «Фэрплей» Ольга Павлова. Заместитель председателя комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета города Казани Марат Уразаев. Генеральный директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадим Нурулин. Представитель гостинично-ресторанного комплекса «Мираж», директор национального ресторана «Мили» Екатерина Гюнай. Региональный менеджер направления «Детский фитнес» сети фитнес-клубов «Планета Фитнес» Софья Ахмедзянова. Специалист отдела по работе с сообществами торгового центра «Мега Казань» Анна Сафина. Генеральный директор производственно-коммерческой фирмы «Майдан» Мария Горшунова. Управляющий магазинами «Гулливер» и «Орби» Марина Назарова. Руководитель цветочного салона «Нина Рич» Нина Антонова. Руководитель студии повышения квалификации специалистов салонов красоты, представитель группы компаний «Кредо» Ирина Николаевская.
Топ-стилист студии Texture Hair, преподаватель курсов самых трендовых и популярных техник укладок, призер международных конкурсов Валерия Шарипова. Директор по развитию казанского филиала «Вода Сестрица» Юлиана Петрова. Ведущий программ телеканала «Шаян ТВ», член Союза журналистов Республики Татарстан Иван Остроумов. Главный редактор глянцевого журнала «Cool Kids» Инесса Герасимова. Программный директор филиала «Выбери радио» в городе Казани Сергей Сорокин. Главный менеджер информационного агентства «Татар-Информ» Наиль Селиванов. Заместитель главного редактора газеты «Казанские ведомости» Лилия Харисова. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, художественный руководитель театра танца «Дорога из города» Лилия Багаутдинова. Заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан, солистка Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан, Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Резида Галимова. Заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Татарстан, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, профессор Казанского государственного института культуры Раиля Гарипова. Президент фестиваля «Маленькие таланты России», город Москва, Екатерина Махлина. Продюсер фестиваля «Маленькие таланты мира», город Москва, Лев Махлин. Президент клуба ЮНЕСКО, международный детский конгресс, меценат, общественный деятель, город Москва, Владимир Викью. И, конечно же, заслуженный деятель искусства Республики Татарстан, президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова. Мы приступаем к нашему первому этапу. Это конкурс визиток. Итак, встречайте, участница номер один. Всем привет! Меня зовут Ахмадиева Дина, и мне 8 лет. Учусь в первом классе. С 4 лет занимаюсь художественной гимнастикой. Участвую в первенствах и в чемпионатах. Имею первый юношеский разряд. У меня много увлечений. Играю в шахматы, занимаюсь вокалом, изучаю английский язык. Люблю рисовать, хожу на уроки в модельное агентство. В школе я играю в футбол, и мы создали свою футбольную команду девочек и играем против мальчишек, и иногда выигрываем. Моя мечта — стать мини-мисс Татарстан. В будущем хочу быть стилистом, помогать людям подбирать одежду и становиться еще красивей. Мой девиз — если хочешь чего-то добиться, то нужно много-много трудиться. Итак, встречайте, участница номер два. Привет, друзья! Сабирова Амина я. Живу в городе Казань. Мне 6 лет. Семья большая у меня. Папа, мама, старший брат, маленький братишка. Ну и я. С 3 лет пою, танцую. И я студентка Академии игры Крутого. Еще немножко, прошу меня немного. Участвую в различных конкурсах, дипломов и медалей много. Мечтаю я дизайнером известным стать. Во Франции, Париже жить. Я еще могу по-французски говорить. Бонжур, шанжу, жима, шанжима. А мой девиз – живи, пой, мечтай. Ярко всех побеждай. Туган тілін ұнытма, туган тілін дәселеш, жерла. Встречайте, участница номер три. Всем добрый день. Меня зовут Ясмина. Я буду рада о себе вам рассказать. Прошу без паники, рассказ не будет длинным. Вы не успеете про это все заскучать. Мне целых 6 и осенью впервые в школу. Учиться буду исключительно на 5. В 4 я уже читала, а в 6 я научилась и считать. 2 года я уже модель. Учусь и снимаюсь в кастингах, участвую в рекламах. Моя мечта стать топ-моделью, пройтись на подиумах разных стран. Свою победу верю, ведь с гордостью хочу Казань представлять. Встречайте, участница номер 4. Приветствую, меня зовут Сюмбель, я замечательная топ-модель. Живу в моей благоуханной Казани, сердце Татарстана. Хожу я в школу в 3 класс, русско-татарская у нас. 129 номер школы, девчонок и мальчишек много.
Так вот, хочу я вам сказать, учусь я только лишь на 5. Пятерки целыми мешками я приношу на радость маме. Быть архитектором мечтаю, в моих домах чтоб счастье жило. Тепло, уютно, чтобы было. Такой мечте желаю сбыться и обещаю потрудиться. Я знаю, вся моя семья поддержит с радостью меня. Спасибо, говорю я вновь, вам за поддержку и любовь. Встречайте, участница номер 5. Здравствуйте, меня зовут Малика, а моя фамилия Салимова. Мне 8 лет, живу я в городе Нижнекамск. Учусь я в 1 классе гимназии номер 1 имени Мусы Джалиля. Совсем недавно у меня было безоблачное детство, а сейчас, как понеслось, я решила попробовать свою силу во всем. Гимнастика, шахматы, английский, рисование, музыка, игра на фортепиано. Сама не понимаю, как я все успеваю. И учусь я хорошо, и маме успеваю помогать. Ой, мама говорит, что скромность украшает девочек. А я пришла на конкурс, чтобы рассказать вам секрет моего успеха. Не стоит гадать на ромашке. Надо ставить цель и идти к ней. Встречайте, участница номер 6. Добрый день. Всем интересно знать, что я за принцесса. Родилась 9 лет назад в городе Казани. Аделину назвать решили папа с мамой. Люблю я петь и танцевать, играть на пианино. Люблю книжки читать и с сестренками играть. Люблю спортом заниматься, чтоб здоровье креплять. Ведь я красива и умна, об этом мне твердят все время. И главнее всего, друзья, быть прекрасным человеком. Встречайте, участница номер 7. Опять этот сон, он постоянно мне снится. В руках микрофон ведущий объявляет: на сцене несравненная Мадина. В зале много людей, все смотрят на меня и ждут чего-то необычного, всегда разного. Вот, например, вчера я летала на сцене, словно звезда балета. А позавчера я исполнила песню, которая сорвала целую бурю аплодисментов. На прошлой неделе я сыграла главную роль в спектакле. Море цветов на авансцене и смолкаемое «Браво! Ах!» Даже просыпаться не хотелось. Яркий свет софитов разбудил меня. А сегодня я снова на сцене. Не волнуюсь, волнение давно пропало. Опыт-то большой. Встречайте, участница номер 8. Здравствуйте! Hello! И Сен-Массис, меня Эмилией зовут, друзья, и я сегодня здесь не зря. Мне 9 лет, но жизнь свою без ярких дней не представляю. Спектакли, конкурсы, театр мой, английский также изучаю. Он мне дается без хлопот. It is interesting and funny, I like it very like honey. Серьезно танцами я увлекаюсь, а в школе все сдаю на 5. Стать доктором я в будущем мечтаю. Но сегодня всем, кто в этом зале, пожелаю во всем успехов достигать. Итак, встречайте, участница номер 9. Здравствуйте, уважаемые жюри и дорогие зрители. Меня зовут Анна Ахтямова, мне 11 лет. Я живу в поселке Васильево. У меня большая семья. Папа, мама, старшая сестра и младший брат. И у меня много друзей. Они меня считают добрый и веселый. А также у меня есть хобби. Это рисование и танцы. Кем я стану в будущем, я пока что не решила. Возможно, я стану тренером по плаванию. Мне очень нравится выступать на сцене, участвовать в конкурсах и стремиться к победе. Итак, встречайте, участница номер 10. Приветствую зрителей, жюри и участниц. Меня зовут Макарыч Вангелина. Мне 11 лет. Я приехала из маленького, но славного города Бугульма. Учусь в школе в 4 классе. Я творческая девочка. Увлекаюсь хореографией, вокалом, а также хожу в школу моделей.
Я активная, жизнерадостная, люблю сцену и зрителей. Обожаю позировать для фото и принимать участие в конкурсах красоты и талантов, в которых неоднократно становилась победительницей. Мечтаю побывать в Диснейленде и полетать на воздушном шаре. И я счастлива сегодня оказаться на этой сцене. Итак, встречайте, участница номер 11. Здравствуйте, меня зовут Милана Илюхина. Мне 12 лет. Я уже не малышка, а юная мадмуазель. Моя самая заветная мечта – путешествие в Париж. Увидеть этот город своими глазами. А в будущем выступить на знаменитой сцене Гранд Опера де Пари. Ну а для того, чтобы моя мечта сбылась, я прикладываю много стараний и усилий. С 3 лет занимаюсь вокалом. В моей копилке есть медаль с программы «Лучше всех». Осваиваю разные танцевальные направления. Кроме того, занимаюсь мультипликационной графикой. А на экране вы видите плоды моей работы. Вам, зрители, я желаю хорошего настроения. А нам вы пожелаете удачи. Итак, встречайте, участница номер 12. Добрый вечер, в добрый час. Я приветствую всех вас. Улыбайтесь, отдыхайте и болейте вы за нас. И сен миссис, хайрли киш. Мин Венера, белегес, хонарарым бикуп минем, борысын да курегес. На коньках люблю кататься, утром спортом заниматься. Читать люблю и рисовать, люблю грибы собирать. Рыбу ловко подсекаю, также маме помогаю. Хонарарым бикуп минем, борысына ильгерем. Дарыслярым бетуне, тугарекке егерем. Кирек икен, бейм демин. Кирек икен, жырлым да. Кирек икен, театрда артист болып уйным да. Мне есть к чему стремиться, чем дорожить и чем гордиться. Итак, встречайте, участница номер 13. Всем доброго дня. Меня зовут Аида Губайдулина. Мне 12 лет. Я родилась и живу в прекрасном и чудесном городе Казань. Я учусь в 6 классе. Мои любимые предметы в школе – это русский язык и литература. В будущем хочу стать журналистом. Я занималась в музыкальной школе и обучалась в театральной студии. А еще, скажу по секрету, у меня дома живут 4 больших пушистых собаки. Порода Алабай. Всем участникам и себе сегодня на этом конкурсе пожелаю удачи. Итак, встречайте, участница номер 14. Позвольте поприветствовать мне вас, познакомиться поближе. Мое созвездие Стрелец, а имя мне София, так папа пожелал. Люблю я близких мне людей, маму, папу и сестренку. Я в школе первая всегда. Небрежность, тленность совсем не для меня. Людей мечтаю я лечить, встречать их в этом мире, тепло и нежность им свою дарить. Хочу сказать я вам спасибо за возможность окунуться в мир, мир изящества и красоты. Встречайте, участница номер 15. С детства дедушка с гитарой напевал, к музыке свою любовь мне прививал. С фортепиано сразу подружилась я. Сцена, музыка, вокал, любовь моя. И в ансамблях разных я давно пою. Очень школу однажды свою люблю. Итак, встречайте, участница номер 16. А я дитя весны. Бываю озорной, бываю серьезный. Бываю активной, а бываю ленивой. Да, я натура переменчивая, но что во мне неизменно, так это любовь. Любовь к сцене, к танцу, к пойманным на себе взглядам. И, конечно же, любовь к этому великолепному, ни с чем не сравнимому, закулисному волнению, когда сердце то замирает, то неистово колотится. Я на мгновение закрываю глаза, делаю вдох, шаг. Здравствуй, сцена! Здравствуй, зал! Я Шаронова Радмира.
Мне 9, мой город Казань, и все только начинается. Встречайте, участница номер 17. Всем здравствуйте. Хайрлекен гудей. Мне 8 лет. Зовут Минслу. Я в Елабуге живу. Очень горжусь своим городом я. Республика Татарстан. Это родина моя. Я в олимпиадах по математике участвую. В клипах снимаюсь. Укымин эштельде дуслар. Парингваль мектепте. Алабуха адамнар. Бильгелеремгель бишлилер. Всем спасибо. Зурехмет. Thank you. Итак, встречайте следующую участницу под номером 18. Пора бы мне написать картину. Назову ее, пожалуй, Амина. А что? Очень даже необычная получится. Я уже вижу ее. Она яркая, в ней собраны все цвета радуги. Горизонт залит красным. Красный – это креатив. Он пересекается с оранжевым. Оранжевый – это одаренность. Оранжевый переходит в желтый. Желтый – это жизнь. А вот здесь, чуть ниже, краски положены более насыщенно. И неудивительно, ведь это зеленый, а зеленый – это забота. В центре синие горы, уходящие в голубое небо. Синий – это сила, а голубой – это гармония. Только благодаря им на картине появится фиолетовый. Вот и получилась наша радуга. Радуга – это радость. Встречайте, участница номер 19. Здравствуйте, меня зовут Софина, мне 7 лет, я представляю самый красивый город Казань. У меня большая семья, папа, мама, брат, сестренка и я, вот такая я богатая. Не смотрите, что я маленькая, у меня уже есть копилка, и здесь я собираю эмоции и хочу поделиться с вами. Я модель, люблю фотографироваться в журналы и была на подиумах в Париже, Италии и Москве. Конечно, я хочу корону, скажу по секрету, папа говорит, я его главная королева. Встречайте следующую участницу под номером 20. Всем привет! Меня зовут Амира, мне 8 лет, и совсем скоро я стану олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Также я очень люблю выступать и принимаю участие не только в соревнованиях по художественной гимнастике, но и на школьных концертах. Я очень рада, что я сегодня здесь и участвую в этом конкурсе. Спасибо большое моей любимой семье за поддержку. Встречайте, участница номер 21. Я Диана, мне 7 лет, передаю вам всем привет. Я в театре роль сыграю, на Нурлат ТВ меня снимают. Про погоду расскажу, и станцую, и спою. Братик есть, и есть сестра, есть Абика у меня. Мы огромная семья, вместе любим рисовать и играть. Но хочу я больше всех стать моделью, круче всех. Быть звездою я мечтаю, ею стану, обещаю. Итак, встречайте, участница номер 22. Здравствуйте, я Арьяна Галимзянова, родилась в Казани. Сейчас мне 8 лет и учусь я в первом классе гимназия 141. Я профессионально занимаюсь фигурным катанием, восточными танцами, увлекаюсь вокалом и скрипкой. Я являюсь победителем и призером многих соревнований. А еще я мечтаю стать модельером. Желаю всем хорошего настроения. Итак, встречайте, участница номер 23. Всем привет, меня зовут Амелия, мне исполнилось 7 лет, я хожу в школу моделей и в будущем хочу стать учителем. Я обожаю рисовать и петь песни, а еще я мечтаю о своей собственной собачке и увидеть весь мир своими глазами. Всем удачи! Участница номер 24. Добрый день, а я Амина.
Гиниатуллина фамилия моя, татарка, я живу в Казани. А мечтая я, как папа, руководителем на стройке быть, я пою, рисую и красиво, и строительство в моей крови. Я же папина надежда, радость, сила. Я буду с гордостью фамилию нести. Камиль, помнишь, я тебе говорил, что все участницы у нас прошли отборочные этапы, после которых как раз-таки вот и сформировался у нас такой состав финалисток. Да, я помню. Да? У нас есть небольшое видео, как это все было. Угу. Внимание на экран! Да, дорогие друзья, давайте посмотрим, как мы готовились. Живем здесь и сейчас. Если хочешь с нами, начни. Ну что ж, пока девчонки готовятся к следующему этапу, я хочу сказать огромное спасибо нашим партнерам, благодаря которым наш финал сегодня здесь, и он такой, какой он есть, и он прекрасный. Итак, дамы и господа, генеральным партнером конкурса «Мини-Мисс Татарстан 2021» является гостинично-ресторанный комплекс «Мираж». «Мираж» — первый пятизвездочный отель бизнес-класса Казани. Находится в самом центре города, напротив Белокаменного Кремля. На территории отеля располагается премиальный ресторан национальной татарской кухни «Милли». Добро пожаловать в «Мираж». Партнеры конкурса – торговый центр «Мега», сеть фитнес-клубов «Планета Фитнес», казанское предприятие бизнес-сувениров «Алмаз ВИП», магазин стильной детской одежды «Гулливер», магазин детской одежды «Орби», ювелирная галерея «Луара», профессиональная косметика для волос «Тефия», авторская студия красоты «Текстур Хэйр», бренд одежды «Алга», вода «Сестрица», ресторан «Остерия Марио» и цветочный салон «Нина Рич». Дорогие друзья, я думаю, что мы можем уже приступать к нашему творческому этапу. Сейчас тоже на сцену будут выходить наши финалистки. Солнце освещает шумный город. Я иду, и мое сердце поет. Музыка прогонит грусть и холод. Смотри, как расцветет весь мир, как оживут мечты, снова лица засияют улыбками. Нам песня подарит мир. Все будет хорошо. О-о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 -
Здравствуйте! И сегодня я решила рассказать о своем самом любимом хобби. Я очень люблю собачек и знаю много пород. Но я сегодня не только расскажу, но и покажу свои самые любимые породы. И первую вам покажу мою подружку Вивен. Вивен — это мопс. Мопсы — игривые, преданные собачки. Мопсы не могут находиться от них, им всегда нужен хозяин. Они очень любят покушать и всегда попрошайничают. Шерсть у них короткая, мягкая, блестящая. Обожаю мопсов. Спасибо, Вивен. И вторую вам покажу мою подружку Лея. Лея – это русский кокер-спаниель. Она настоящий охотник. Она очень энергичная, с ней нужно много гулять. У нее прекрасный нюх и зрение. Тем, кто занимается спортом, прекрасно подойдут спаниели. Но в нашей семье до сих пор нет собаки, потому что папа хочет бигля, мама боксера, а я-то хочу хаски. Но родители мне сказали купить собаку, когда я буду хорошо знать, как за ними ухаживать. Когда я вырасту, я построю приют для собак. Мне кажется, я уже хорошо разбираю собак. А вы как думаете? Как сказать тебе о главном, пап? Какие подобрать слова? Чтоб рассказать тебе, как в мире детства бьется сердце. Как очистить кругом голову? А все-таки без волшебников скучно. Если бы я вдруг сделалась королевой, то я обязательно приказала бы, чтобы в каждом городе, ну и в каждой деревне, был волшебник, и чтобы он совершал для детей всякие чудеса. Вот чтобы каждая девочка, ну и каждый мальчик, просыпаясь утром, находили у себя под подушкой большой сладкий пряник. Но так бывает только в сказках. А в жизни свое будущее мы должны строить сами. Мы можем сами нарисовать этот мир и подарить его друзьям. Нарисуй этот мир, как захочешь сам. Нарисуй, научись сочинять мечты. Видишь, Татошка, если солнце – это я, то небо значит ты. Это значит, если захотеть, исполнятся все мечты. Ну что ж, а нам пора отправляться в сказку. У меня есть три желания. Их сегодня вам открою я. Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил, чтобы мой дружок Сережка мне конфетку подарил. Я на ушко гугле прошепчу: знаешь, Фея, я чего хочу? Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил, чтобы мой дружок Сережка мне машину подарил. Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил, чтобы мой дружок Сережка, Мерседес мне подарил! Ура! Все!
все века подвластны людям. Великий Бог, с небес взгляни и будь нам верный, укажи тихонько, прошепчу я, аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты любишь буги-вуги, ты любишь буги-вуги. Ты любишь буги-вуги, ты танцуешь буги-вуги каждый день.
Тоскую по тебе, моя Казань, прекрасный город мой, и благодарна лишь за то судьбе, что накрепко связала нас с тобой. Здесь родилась, здесь родина моя, здесь небо шире, солнце здесь светлей. Все, что умею здесь, постигла я, здесь много милых для меня людей. Здесь научилась видеть красоту, здесь научилась верить и любить. Мой город излучает доброту, нас учит в дружбе и согласии жить. Мечеть и церковь рядышком стоят, величие друг друга дополняют. Из века в век, так много лет подряд, крест с полумесяцем наш город освещает. И я глаза на храмы поднимая, шепчу: Аллах и Бог, за все спасибо, что нет вражды, лишь дружбу сохраняя, жить сможет каждый здесь поистине счастливым. Yüzünde avlar küt, İkmini gebe
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right. Dad, Dad, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more. Jack, and don't you come Jack, back no more, no more, Jack, no more, no more. Jack, with the road, Jack, Jack, and don't you come Jack, back no more. Jack, Jack, no more, no more, no more, no more. Jack, Jack, no more, no more, no more, no more. Jack, Jack, no more, no more, no more, no more. Jack, Jack, no more, no more, no more. Cada vez que tú me invitas, me tengo que conformar. Me tengo que conformar. Cada vez que tú me invitas, me tengo que conformar. Cada vez que tú me invitas, me tengo que conformar. Me tengo que conformar con cerveza, papa frita o aceituna aliña. Con cerveza, papa frita o aceituna aliña. Cómo me alegra, primito hermano, cómo me alegra, primito hermano, cómo me alegra. Come jamón serrano, le pata negra. Всегда мы стилем, быть наш закон. Ведь не секрет, мы самый модный регион. Казань столица и эталон. И здесь в одном потоке ритмом мы живем. Так что не стесняйся. На месте покажи свой суперстиль. В каблуках ты или в кедах, все равно. Кем бы ни был ты, не важно, что в жизни ты не носил. Здесь потоки моды, все мы как одно. Светят вокруг цветные огни и манят светом с красивых витрин. В отражении ты не один. Ты с нами вместе, мы все вместе. Дети сегодня здесь, здесь, здесь. Come on! Двигайся в ритме, зажигайся. Дэнс, дэнс, дэнс. Мини-мисс Татарстан всех объединяет. Здесь, здесь. Самые модные дети сегодня здесь, здесь, здесь. Come on! Двигайся в ритме, зажигайся. Дэнс, 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 дэнс. Мини-мисс Татарстан всех объединяет. Всегда на силе. Только здесь, здесь Казань на стиле. Только здесь, 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 да! Ну что ж, пока, Камиль, девчонки у нас готовятся к последнему этапу нашего сегодняшнего финала, я с удовольствием хочу пригласить на эту сцену театр танца «Дорога из города» с прекрасным номером «Кузнечик». В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку.
Дамы и господа, встречайте еще разочек громкими аплодисментами наших финалисток. Поехали! Можем продолжать дальше. И сейчас я хочу, чтобы вы еще разочек поаплодировали нашим финалисткам, потому что сейчас они вновь появятся здесь, на этой сцене. Встречайте! From up above I heard the angels sing to me these words. And sometimes in your eyes I see the beauty in the world. Blossom and die, send you storm and you lightning to strike me between the eyes. Eyes.
Sometimes the stars decide to reflect in puddles in the dirt. When I look in your eyes. Дорогие друзья, приступаем к церемонии награждения 20-го юбилейного республиканского детского конкурса красоты и талантов «Мини-мисс Татарстан 2021». Сразу хочу сказать, что абсолютно всем финалисткам вручаются цветы от цветочного салона «Нина Рич». Также я хочу сказать, что всем участницам вручаются подарки от профессиональной косметики для волос «Тефия». Начинался наш шоу с песни «Прекрасное далекое». Я хочу пожелать, чтобы вам у всех у вас «Прекрасное далекое» было просто замечательным. Всего вам самого лучшего. И мы всем дарим от замечательного бренда «Тефия» наши подарочки. Спасибо вам огромное, спасибо вам большое. «Тефия» — это полноценная коллекция профессиональных продуктов для работы парикмахера, включающая также средства для домашнего ухода за волосами и стайлинга для клиентов салонов красоты. «Тефия» — выбор, доступный каждому. Итак, друзья, мы движемся дальше. Специальная номинация от магазина стильной детской одежды «Гулливер». Свою спецноминацию хочу подарить девочки, Венерочки, под номером 12. Я сама подойду. Ну и сказать, конечно, всем девочкам, умнички, молодцы, красотки, такие талантливые все. Удачи вам, девочки, у вас все впереди. Магазин стильной детской одежды «Гулливер». «Гулливер» — это стильная одежда, обувь и аксессуары для возрастной категории с 9 месяцев до 15 лет. Уникальный дизайн и качество коллекции «Гулливер» сделают гардероб ребенка стильным и выразительным. Одежда «Гулливер» — это несколько больше, чем просто качественные и красивые вещи. «Гулливер» неповторим, как улыбка вашего ребенка. Да, друзья, а также абсолютно все финалистки получают подарки от магазина стильной детской одежды «Гулливер» и «Орби». Двигаемся дальше. Специальная номинация от компании «Вода Сестрица». На сцену приглашается директор по развитию казанского филиала «Вода Сестрица» Юлиана Петрова. Прекрасный вечер, прекрасные эмоции. Организация «Мисс Татарстан», как всегда, на высшем уровне. За кулисами полный порядок. Итак, участница номер один – Дина Ахмадиева. Участница номер 20 – Амира Мухаммадулина. И участница номер 22 – Риана Галимзянова. Вода «Сестрица» – самая популярная вода в Поволжье. «Сестрица» – вода для вашей красоты и здоровья из заповедной Мари-Эл. Итак, двигаемся дальше. Специальная номинация от газеты «Казанские ведомости». На сцену приглашается заместитель главного редактора газеты «Казанские ведомости» Лилия Харисова. Поздравляю вас всех, вы красотки. Но от нас, от газеты, хотела бы выделить Мадину Расулову. Мадиночка, иди к нам. Мадина Расулова, номер 7. Специальная номинация от газеты «Казанские ведомости». Теперь я хочу на сцену пригласить руководителя модельного агентства MT Models Ирина Николаева под ваши громкие аплодисменты. Номинация «Дружба» вручается участнице номер 15 Амелия Фатхиева. Ирина, у нас есть еще одна номинация. Это номинация «Зрительские симпатии». И побеждает в этой номинации участница номер 3 Ясмина Габдрахимова. «Зрительские симпатии». Дорогие друзья, специальные номинации от телеканала «Шаян ТВ» побеждает участница номер 8 Эмилия Сайфутдинова. Победительнице вручается диплом сертификатного участия в программах «Шаян ТВ». «Шаян ТВ» — это телевидение, сделанное руками детей для детей. Это их собственное творческое самовыражение, взгляд на современную жизнь, природу, взаимоотношения между собой, родителями и окружающим миром. Первый детский телеканал на татарском языке с круглосуточным вещанием. Хочешь изучать татарский язык, а также найти новых друзей с детским телеканалом «Шаян ТВ»? Это все возможно дома или в пути. «Шаян ТВ» смотри. Дамы и господа, мы двигаемся дальше. На сцену приглашается генеральный директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадим Нурулин. Лучше не скажешь, как Антон Павлович Чехов. Красота спасет мир. Да, в человеке должно быть все прекрасно. И одежда, и мысли, и движения.
и все дела. Поэтому я считаю, что сегодня это как раз на сцене мы доказали. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы здесь. Родители, вас поздравляю, всех семей. Это действительно победа. Спасибо огромное всем. А я, в свою очередь, хочу сказать огромное спасибо, дорогие родители, за то, что вы выдержали тоже это испытание, но я думаю, что это того стоит. Поэтому спасибо вам большое. И, конечно же, мы очень счастливы стоять вот именно на этой сцене, в этом прекрасном зале, да, атмосфере высокой гармонии, я бы сказала, да, потому что это маленький театр, вернее, не маленький театр, а маленький дворец, да, в котором происходит, и на эту сцену выходят знаменитые артисты. И вот сегодня возможность появилась и у девочек именно этих, а вообще эту возможность нам уже представляет 20 лет наша филармония. Спасибо большое. Ну и переходим к награждению. В номинации «Дюймовочки» побеждает участница под номером 23, Амелия Абдуллина. Номинация «Солнышко» номер 3, Ясмина Габдрахимова. Номинация «Стиль». И в этой номинации у нас побеждает участница номер 11, Милана Илюхина. Номинация «Открытие». Участница номер 6, Аделина Галеева. Номинация «Оригинальность». В этой номинации у нас побеждает участница под номером 18, Амина Расулова. Номинация «Нежность». Дамы и господа, в этой номинации мы, конечно же, хотим вручить участнице под номером 5, Малика Салимова. Итак, номинация «Надежда» номер 2, Алина Сабирова. Номинация «Шарм» номер 16, Радмира Шаронова. Следующая номинация «Обаяние» номер 4, Сюмбель Губаева. Номинация «Юная модель» номер 19, Софина Мингазова. Следующая номинация. Номинация «Актриса» номер 10, Ангелина Макарычева. Номинация «Юная леди» номер 13, Аида Губайдулина. Номинация «Телезвезда» номер 21, Диана Галиутдинова. Номинация «Задоринка». И здесь я с удовольствием хочу наградить участницу под номером 24, Амина Гиниятуллина. Номинация «Улыбка» номер 8, Эмилия Сайфутдинова. Вы сегодня все здесь с коронами. Вы все сегодня принцессы. Пусть этот праздник навсегда останется в вашем сердце. Но пусть это будет такой ступенькой к старту, да? И мы с вами помним о том, что если мы хорошо знаем сказки, да, то настоящие принцессы умеют верить, трудиться, мечтать, добиваться своей цели. Вот я вам желаю, чтобы вот это было просто стартом к вашим дальнейшим победам, достижениям. Вот такую сказку всегда, чтобы она была у вас в душе и продолжалась в вашей жизни. Спасибо. Номинация «Талант». Участница номер 12, Венера Фасихова. Номинация «Спорт». Номер 14, София Ишмухаметова. Номинация «Грация». Номер 9, Анна Ахтямова. Номинация «Звездочка». Номер 7, Мадина Расулова. От всей души поздравляю всех родителей, всех участников с сегодняшним замечательным праздником. Будьте всегда такими красивыми, милыми, добрыми и отзывчивыми. С праздником! Поздравляю! Спасибо большое, что пригласили! Следующая номинация называется «Певица». Номер 15, Амелия Фатхиева. Следующая номинация «Серебряный голос». Номер 17, Минцелу Салахова. Номинация «Жемчужинка». Номер 22. Номинация «Умница». Номер 1,
Дина Ахмадиева. Номинация «Совершенство» номер 20. Амира Мухаммадулина. Конкурсом «Мини-мисс Татарстан» мы сотрудничаем уже 20 лет, и дети, которые побеждают, побеждают на вашем замечательном конкурсе, становятся участниками и наших фестивалей. И много раз за эти годы являлись не просто победителями российского финала, а являлись победителями и международных конкурсов. Мы вместе с вами очень гордимся вашими воспитанниками. У меня в руках... Благодарю. Дипломы на участие в конкурсе «Лучшая детская модель России» и «Маленькие таланты России». Конкурс наш состоится осенью этого года. Сейчас я назову тех, кого хотелось бы видеть у нас в Москве на нашем всероссийском финале. Анна Ахтямова. Диана Галяутдинова. Ясмина Габдрахимова. А теперь имена тех, кто станет участниками фестиваля «Маленькие таланты России». Милана Илюхина, Минсылу Салахова, Ангелина Макарычева, Сюмбель Губаева и Дина Ахмадиева. ЮНЕСКО требует, чтобы сохранялись традиции. Это то, что делается здесь, у вас в республике, у вас в городе, у вас на этой сцене. Благодаря Изольде Генриевне, которая проводит 20 лет этот конкурс. Это тяжело, но это замечательно. Мы приглашаем на третий съезд нашего конгресса следующих участниц. Аида Губайдулина, Амелия Фатхиева, Мадина Расулова, Амина Расулова и, внимание, интрига, Камиль Сабиров. Да, мы тоже разглядели талант в этом парне, поэтому будем рады видеть его. А вы, батюнька, заучите, пожалуйста, песню на татарском языке. Зольда Генриевна, мы тут приступаем, так скажем, к основным номинациям, потихонечку приступаем. Итак, номинация «Фотомодель». Номер 20. Амира Мухаммадулина. Амира Мухаммадулина. Номинация «Фотомодель». Вручается диплом, лента, диадема, букет от цветочного салона «Нина Рич», подарок от глянцевого журнала «Cool Kids», подарок от бренда одежды «Алга», украшение от ювелирного дома «Луара». У нас 6 подарочных сертификатов хотела бы подарить тебе. У нас еще 5 подарочных сертификатов. Мы попозже, да, попозже их подарим. Авторская студия красоты Texture Hair. Услуги оказывают лучшие эксперты своего дела. Мы заботимся о ваших волосах. Самые модные техники сложного окрашивания волос, а также премиальные материалы. Трудимся над красотой волос уже более 5 лет. Мы за высокий профессионализм. Номинация «Очарование 2021». Номер 1. Дина Ахмадиева. Букет от цветочного салона «Нина Рич», подарки от бренда одежды «Алга», сертификат от авторской студии красоты «Texture Hair» и мягкая игрушка от дирекции конкурса. Номинация «Вторая принцесса 2021». Номер 15. Амелия Фатхиева. Вручается диплом, лента, диадема, букет от цветочного салона «Нина Рич», подарки от бренда одежды «Алга», сертификат от авторской студии красоты «Texture Hair» и мягкая игрушка от дирекции конкурса. Номинация «Первая принцесса 2021». Номер 8. Эмилия Сайфутдинова. Первая принцесса 2021. От лица исполнительного комитета мэрии города Казани разрешите поздравить вас с юбилейным, с окончанием юбилейного 20-го конкурса красоты «Мини-мисс Татарстан». Я в четвертый раз являюсь участником жюри, в четвертый раз прихожу, и честно, от всей души хочу сказать, что в этом году было безумно тяжело,
Все девочки очень красивые, все девочки безумно талантливые. Поэтому сегодня точно нет проигравших. Спасибо большое. Ну а для начала я с удовольствием также хочу пригласить обладательницу титула «Мини-мисс Казань-2020», победительница в номинации «Бриллиант России-2021» и обладательница Гран-при Всероссийского детского фестиваля элегантности и талантов «Мини-мисс и мистер России-2021» Наиля Славина. Итак, дамы и господа, «Мини-мисс Казань-2021» номер 11, Милана Илюхина! Победительница в номинации «Мини-мисс Казань-2021» Милане Илюхиной вручается диплом, лента, корона, букет от цветочного салона «Нина Рич», подарки от бренда одежды «Алга», сертификат от авторской студии красоты «Текстурхейр», мягкая игрушка от дирекции конкурса и украшение от ювелирного дома «Луара». Ювелирная галерея «Луара» – европейский бренд украшений с оригинальным дизайном, ультрамодная ювелирная бижутерия, актуальные коллекции из серебра для повседневных образов, эксклюзивные изделия из золота и драгоценных камней для особых случаев. «Луара» – разнообразные, трендовые и неизменно качественные украшения «Луара» созданы быть продолжением индивидуальности. В Казани бутики «Луара» расположены в международном аэропорту «Казань» и в отеле «Ривьера». Онлайн-покупки с бесплатной доставкой и оплатой после примерки на сайте luara-art.com. Вы сегодня замечательно потрудились, отлично все выступили, но я хочу сказать, что быть такими красивыми не так-то просто. Поэтому я желаю вам крепкого здоровья, не забывайте заниматься фитнесом, спортом, активно отдыхайте и приходите к нам в «Планету Фитнес». И мы вручаем подарочный сертификат нашей очаровательной девушке. «Планета Фитнес» – крупнейшая сеть фитнес-клубов в Татарстане. Мы решаем любые фитнес-задачи с 2004 года. «Планета Фитнес» – присоединяйся к команде лидеров. На сцену приглашается специалист отдела по работе с сообществами торгового центра «Мега Казань» Анна Сафина. Вы подарили нам столько эмоций сегодня замечательных. Ваши номера, ваши наряды, ваши улыбки. Спасибо вам, девочки. «Мега Казань», мы очень рады быть партнером такого замечательного конкурса, потому что детские улыбки, дети – это, наверное, самое лучшее, что может быть. Мы хотим от лица «Мега Казань» вручить Миланочке сертификат в наш летний лагерь супергероев, где она сможет раскрыть еще больше свои суперспособности, а также замечательно провести время у нас в «Меге». Там будет очень много классных активностей. В общем, мы тебя ждем. Поздравляем, Милан! Для объявления имени победительницы 20-го юбилейного республиканского конкурса красоты и талантов «Мини-мисс Татарстан-2021» на сцену приглашается депутат Государственной Думы Российской Федерации, заслуженный тренер России, координатор федерального проекта «Детский спорт» в Республике Татарстан, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания Республики Татарстан, обладатель международной премии «Fair Play» Ольга Павлова. Дорогие мои принцессы, у вас все впереди. Вы настолько яркие, сильные. И именно такие девочки рождаются у нас в Татарстане. Я патриотка нашей республики. Для меня вы самые красивые, самые сильные. Изольда, хочу поблагодарить очередной раз, потому что этот конкурс – это настоящий бренд. Сегодня бренд нашего региона, который знают за пределами Татарстана, далеко за пределами России. Ну и, наверное, сейчас самый волнительный момент – мы бы еще хотели пригласить на эту сцену обладательницу титула «Мини-мисс Татарстан-2020» и победительницу в номинации «Жемчужина России» Всероссийского детского фестиваля элегантности и талантов «Мини-мисс и мистер России-2021» Амира Хайрулина. Итак, «Мини-мисс Татарстан-2021» номер 17 Минсылу Салахова. Обладательница титула «Мини-мисс Татарстан-2021». Дорогие друзья, ваши громкие, громкие аплодисменты. Минсылу Салахова, номер 17. Вручается нашей победительнице, вручается диплом, лента, корона, конечно же, корона, букет от цветочного салона «Нина Рич», подарки от бренда одежды «Алга», сертификат от авторской студии красоты «Текстурхейр», украшение от ювелирного дома «Луара».
спасибо вам за то, что вы воспитываете таких детей, и спасибо девочкам большое за труд. А от при комплексе есть ресторан «Мели», а нашей победительнице мы бы хотели подарить сертификат, чтобы они с родителями отметили. «Мели» — это премиальный ресторан с уникальным интерьером и великолепным видом на Казанский Кремль. Здесь вы можете попробовать татарскую национальную кухню во всем ее разнообразии и заказать блюда с собой, провести любое торжество и детские праздники. Меню ресторана — это сочетание нежнейших мясных и рыбных блюд, овощей и свежайшей выпечки. Для гостей работает бесплатная парковка. Город Казань, улица Московская, 5, главный вход в отель «Мираж». Друзья, еще. Мы хотим вручить подарок от ювелирного предприятия «Алмаз ВИП». Ювелирное предприятие «Алмаз ВИП». Производство и продажа ВИП-сувениров и эксклюзивных подарков, корпоративных памятных медалей и значков из драгоценных металлов. Специально для республиканского детского конкурса красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан» предприятием созданы уникальные кулоны с монограммой и логотипом корпуса конкурса, изготовленные из серебра и золота. Итого 22 серебряные подвески и 2 золотые. Друзья, у нас есть традиция, когда финал конкурса «Мини-Мисс Татарстан» на сцену выносится вкусный и праздничный торт. Под ваши громкие аплодисменты. Торт от производственно-коммерческой фирмы «Майдан».